Гелиорнис максимус, что означает «большая лесная птица». Достигала в росте от 4 до 5 футов на уровне плеч. На голове имелся костный вырост, который мог служить как для социальных, так и для защитных функций, а также для привлечения партнера. Стайные и широко распространенные гелиорнисы были последними гнездующимися птицами на острове. Они делали свои гнезда в глубоком мраке между корнями деревьев и ликанов. Нелетающая и очень ловкая, а также быстрая птица на большой скорости пересекала джунгли. Спасаясь от хищников, ведь скорость – ее единственная защита от таких охотников, как динокинозавр. Хотя гелиорнисы и могли нанести смертельный удар нападавшему своими мощными ногами, но умные охотники знали, что такую добычу нужно загонять в угол. Гелиорнис максимус – всеядная нелетающая птица, достигавшая в длину до 2 метров, а в росте до 2,1 метра и весила при этом от 100 до 120 килограмм, и обитала в джунглях острова Черепа.